Всем привет! Меня, я думаю, вы уже знаете, я Дудисанг. И в этом видео вы увидите, как я буду делать ремейк своего старого и, кстати, самого популярного видео. А именно, ДНЛ Игро поймал опасного клоуна. И тут будет несколько этапов создания этого видео. Первое, мне нужно будет полностью приписать в блокнот, что я говорю в этом видео, чем сразу я и занялся. Честно, не думал, что я 4 года назад говорил грамотнее, чем сейчас. Пока вы смотрите, как я переписываю весь текст, я хочу с вами поделиться, как я создавал оригинал этого видео. Начну с того, что я на то время не использовал программ для монтажа. Все я делал благодаря какому-то летсплею Overwatch'а с YouTube'а и видео ДНЛ Игро. Ну и собственно кнопки паузы в бандикаме. И из-за этого, если вдруг я где-то косячил, мне приходилось начинать все заново. После полностью написанного текста мне нужно озвучить его. Чем я и занялся. Для того, чтобы озвучить, нам нужна программа Audacity. Открываем ее. Хупанная. Нажимаем на кнопочку. Надо еще слушать это видео, желательно. Чтобы с той же интонацией там говорить и так далее, да, так что. Дальше я начал искать точно такой же геймплей Overwatch'а, как и в моем оригинальном видео. Что, кстати, довольно сложно было сделать. Главной моей зацепкой стало начало. И из-за этого начала я понял, что видео, скорее всего, называется Tracer Gameplay. И нашел точно такой же геймплей. Далее мне нужно найти видео ДНЛ Игро. Точно то же, что и было у меня в видео. Но, к сожалению, доступ к этому видео был закрыт. Мне, скорее всего, придется брать моменты из своего же видео. Я, честно, пытался найти то самое оригинальное видео, но у меня ничего не получилось. Я нашел лишь отрезок того, как ДНЛ Игро снимает маску с этого клоуна из того же видео. Но это мне было не нужно, так как именно это в своем оригинальном видео я пропустил. В общем, я решил использовать фрагменты из своего видео. Дальше мне осталось лишь это все склеить. И сейчас вы увидите результат. Хочу перед этим сказать, то, что этим видео я никого не хочу оскорбить. Все это делается в каких-то развлекательных, научных, возможно, целях. Это просто какой-то эксперимент. Сделать то же самое видео, только спустя года. Ну, в общем-то, смотрите видео. Всем привет, я Дефи, и сегодня мы посмотрим снова киллера, убийцу, ну или как его называют на игре, мистер Тиша, клоун-киллер, вот, давайте посмотрим уже с самого нашего героя. Так, стоп. Они не услышали клоуна. И откуда клоун взялся вообще? И почему он их не видел? Он мог спокойно подойти к ним в спину. Вот это уже вопрос. Большой вопрос. Ну не важно, ладно. Допустим, они это не продумали. Ну, давайте посмотрим дальше. Что же будет? Стоп, в смысле? Как ты замерз? Ты так тепло одет вроде. Либо я такой дурак, не знаю. Ну как ты замерз? Вроде джинсы, куртка. Либо у вас минус 30, либо я не знаю. При минус 30 паркурить? Да. Не лучшая идея. Ну давайте посмотрим дальше. Они убегают. Что же будет дальше? Только не судите по названию то, что киллер клоун киллер пойман. Не, они его не поймают, вы что? И вообще,
о чем вы подумали, тоже пишите в комментариях. Потому что я все комментарии читаю. И также просто читаю и отвечаю на многие. Поэтому, кто пишет, всем тем спасибо. Дальше. Это мне интересно будет. То есть Даниил говорит вообще о чем речь. То есть что они сделают с киллером? Они потом с него снимут маску. Маски. И там сначала будет какой-то, когда они снимут первую, там будет какой-то зеленый человек. А уже когда они снимут и вторую, там будет еще какая-то маска, которую я даже объяснить не могу. Ну, в общем-то, это даже не важно. Поэтому, ну, это конец вроде бы. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте про коммент. Потому что мне правда скучно. Вот если я сижу, смотрю ролики всякие. То на комменты я больше всего отвечаю. Ну ладно, это уже конец. Я уже с вами попрощался, поэтому еще скажу пару слов. То, что со мной в скайпе еще сидел Лакер. Его канал будет тоже ссылка в описании. И у него очень интересные видео, как и у меня. Ну, как у Лероя Катайна, поэтому подписывайтесь. Всем пока. В общем-то, я думаю, достойно справился со своей задачей. Я сделал ремейк своего самого популярного видео, и он получился даже довольно неплохой. Я попадал в слова, я более-менее смог совместить геймплей с оригиналом. Ну, в общем-то, я думаю, у меня получилось. Свою оценку пишите в комментарии. Ну, а меня звали Дуценк. Всем пока.